Их осталось мало. Героев тех великих свершений. Их эпоха стала историей. Эпоха, растившая новых людей, добрых и светлых. Да, в прошлом веке на планете Земля, в стране Советов, растили таких людей. Удивительно внутренне чистых. И они росли, сами стремясь к лучшему. Уже в начале пути они, зачастую голодные, оборванные, неграмотные, свято верили в то, что их потомки, поколения потомков, не будут ни в чем нуждаться. Они были уверены, что мир, который они построят, будет большим, самостоятельным и сильным. Они точно знали, что этот мир им придется оберегать и защищать, и были к этому готовы. Но для начала его предстояло построить. А как? Никто в мире такого еще никогда не строил. Создатель первого социалистического государства Владимир Ленин смоделировал такой мир, а Иосиф Сталин притворил эту модель в жизнь. И у них получилось. И появилась могучая страна с лучшими в мире людьми. Экономическая модель Сталина была совершенна. Она позволила в кратчайшие сроки сделать из отсталой аграрной страны индустриальную державу. Из индустриальной державы – мирового лидера. Эта экономическая модель стала нашим великим достоянием. Ее главной составляющей были люди. Те самые, чистые и светлые, еще вчера бывшие никем, а ставшие всем. Они и создали эту модель Сталина. Модель Сталина создавалась для них. Монументы Евгения Вучетича «Родина-мать зовет» и «Воин-освободитель» известны всему миру. Этот горельеф советскому народу, знаменосцу мира слава, никто не видел уже более полувека. Но ведь советский народ заслужил, чтобы его увидели именно таким, гордым, победоносным и счастливым. Забыли, а кто-то и вовсе не знал и не знает. Что ж, еще не поздно. Главное, чтобы захотели узнать. «12 августа 1945 года. Впервые после 4 лет войны в Москве на Красной площади состоялся традиционный всесоюзный парад физкультурников. Под гербами 16 республик собралась 23-тысячная армия самых лучших физкультурников нашей страны, олицетворяя дружбу и силу народов Советского Союза». Отечественная война закончилась. Закончилась победой. Она и не могла закончиться по-другому. Страну, народ и партию, всех вместе, победить было нельзя. Но чего же нам стоило устоять и победить? Советский Союз потерял на фронтах, временно оккупированных территориях и фашистских концлагерях миллионы своих граждан. Сегодня, как правило, звучит цифра 27 миллионов человеческих жизней. Разрушено 1710 городов. 70 тысяч сел и деревень, утрачено 32 тысячи фабрик и заводов, 65 тысяч километров железных дорог, уничтожено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 МТС, 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота. Ужасающие потери. Советский Союз израсходовал на войну 582 миллиарда рублей. Официально выделил из бюджета. Расходы способны убить любую экономику мира. За все время войны в бюджет поступило 1 117 000 000 000. Цифра, которую очень не любят западные аналитики. По их мнению, выжить, да еще и произвести такой профицит не способна ни одна экономика в мире, да еще и в условиях войны. С ума сойти! С началом Великой Отечественной ввели военную надбавку к подоходному налогу с рабочих и служащих. Вырос сельхозналог с крестьян, колхозников и единоличников. С 1942 года ввели военный налог. Активнее, чем до войны, среди населения проводили подписку на государственные займы. Благодаря им собрали 76 миллиардов рублей. 172 миллиарда дало повышение цен на водку, табак, парфюмерию и некоторые другие товары, а также поступления от организованной коммерческой торговли. Тем, кто в стране социализма имел резерв денежных средств,
Эта торговля позволяла покупать товары по более высоким ценам. При этом на основные предметы широкого потребления смогли сохранить довоенные цены. Большой вклад в общую победу внесли государственный кредит и мобилизационное распределение товаров во всех отраслях народного хозяйства. Наконец, военную экономику Советского Союза отличало то, что в стране удалось сохранить устойчивое денежное обращение. И это, несмотря на эмиссию денег, вызванную потребностями финансирования войны. В экономике СССР военного времени не было цели заработать или приумножить деньги. Пользуясь ими как финансовым инструментом, советское государство устанавливало контроль над общественным производством и распределением продуктов. Устанавливало твердые государственные цены. Дефицит госбюджета в первые годы войны был неизбежен. Поступления в бюджет отставали от его расходов. Отсюда необходимость эмиссии. Всего за годы войны в оборот выпустили 54,5 миллиарда рублей. На начало 1946 года денежная масса в Советском Союзе достигла 74 миллиардов и превзошла довоенную почти вчетверо. Особенно много, 15,3 миллиарда рублей, пришлось напечатать во втором полугодии 1941 года. Перевод страны на военные рельсы потребовал огромных расходов. В целом денежная система СССР выдержала испытание войной. Эмиссия была относительно небольшой. Если точно, то за 4 года Великой Отечественной денежная масса выросла в 3,8 раза. Для сравнения, за 3 года Первой мировой войны Россия увеличила объем денег в 9,5 раза. Победный 45-й. Время тяжелое и радостное. Закончилась самая страшная война в мировой истории. Победители возвращались домой с фронтов сражений. Возвращались, чтобы строить новую жизнь. Всем вместе. У народа есть общая цель. И действовать нужно сообща. Победа одна на всех. Новая жизнь тоже. Ты гляди, Харитон, как на тебя генералиссимус Сталин смотрит. Смотрит и думает. Видал, мол, я тебя, Харитон, на войне. Воевал ты на все 100, как и полагается шахтеру. А теперь... генералиссимус Сталин желает посмотреть, как ты будешь шахтой управлять. Да. Вот она задача-то какая. Волховский алюминиевый завод имени Кирова восстановлен. В мирной бахте стоят бывшие фронтовики. На Тульском заводе. На Подольском заводе. Спустя всего 2 года после завершения войны и после неурожая 46-го года основные цены на продовольствие были сохранены на уровне пайковых или даже снижены. То есть почти все продовольствие в СССР было доступно каждому. Для западного мира это было неожиданностью. И неожиданностью обидной. Капиталистическую систему будто втоптали в грязь по самые уши. По территории Великобритании не проходил враг. И пострадала она в войне неизмеримо меньше, чем СССР. И все-таки. Мало кто знает, но еще в начале 50-х годов Англия не могла отменить карточную систему. Эту страну сотрясали забастовки шахтеров. Причем протестующие требовали обеспечить им такой же уровень жизни, какой был у шахтеров в Советском Союзе. Начиная с 1937 года, курс советского рубля исчислялся к иностранным валютам на основе доллара США. В 1944-м в американском городке Бреттон-Вудс состоялась валютно-финансовая конференция Объединенных Наций. Заключенные здесь соглашения вводили фактическую монополию американского доллара в мировой финансовой системе. Он становился единственной валютой, напрямую привязанной к золоту. Советский Союз на мероприятии Бреттон-Вудс присутствовал, но идею превратить американский доллар в мировую резервную валюту СССР не поддержал. У советских своя гордость и свой собственный социалистический путь развития. И в теории, и на практике этот путь доказал свою абсолютную правоту. До 1947 года за доллар давали 53 рубля. В 1947 в СССР провели денежную реформу. В феврале 1950 года Центральное статистическое управление по заданию Сталина пересчитало валютный курс нового рубля. Советские специалисты действовали, ориентируясь на покупательную способность рубля и доллара. Они сопоставили цены на товары и вывели цифру – 14 рублей за 1 доллар.
По словам главы Минфина Зверева и главы Госплана Сабурова, Сталин перечеркнул эту цифру и написал: «Самое большое – 4 рубля». Постановление Совета министров СССР от 28 февраля 1950 года перевело рубль на постоянную золотую основу. С 1 марта 1950 года установлена покупная цена Госбанка СССР за 1 грамм чистого золота – 4 рубля 45 копеек. Таким образом, Советский Союз защитился от доллара и остался финансово независимой державой. Неколебим и неизменен, как труд народный полноценен, да будет новый знак рубля. Рублей советских смотрит Ленин и башни древнего Кремля. США, имея после войны долларовые излишки, хотели сбросить их на другие страны, переложив на них свои финансовые проблемы. Помощь пострадавшим от войны. Долларовый дождь. Европа спасена от голода и разорения. Ничего, для нищей Европы сойдет. И конина лежалая тоже сойдет. У нищих нет выбора, любили повторять администраторы плана Маршалла. Истинная цель помощи была другой. Господство в Европе и политический строй, угодный Вашингтону. В качестве примера бессрочной финансовой, а значит и политической зависимости от западного мира, Иосиф Сталин приводил Югославию, где правил Иосип Броз Тито. Югославская валюта была привязана к бивалютной корзине доллара США и английского фунта стерлингов. Сталин фактически предсказал будущее Югославии. Рано или поздно Запад Югославию обвалит экономически и расчленит политически. Сегодня, в 21 веке, Югославии на мировой карте нет. Нет и Советского Союза. К моменту своего разрушения Союз также оказался во внешней финансовой зависимости. В послевоенное время все было иначе. Независимость от американского доллара сразу почувствовалась экономически. Решение Сталина почти вдвое увеличило эффективность советского экспорта, на тот момент промышленного и наукоемкого. Это произошло за счет освобождения от долларовых цен стран-импортеров, занижавших цены на советские товары. В свою очередь, это подстегнуло рост производства в большинстве отраслей промышленности. СССР получил возможность избавиться от импорта технологий из стран долларовой зоны. Страна ускорила свое технологическое обновление. В 1949 году начал формироваться финансово-экономический блок государств, свободных от доллара, а значит и от политического влияния США. Прежде всего, в него вошли восточноевропейские страны народной демократии, члены Совета экономической взаимопомощи. В дальнейшем речь шла о Китае, Монголии, КНДР, Кубе, Вьетнаме, Лаосе, целом ряде развивающихся государств. Новая власть отдала в руки рабочих промышленность. Транспорт национализирован, банки национализированы. Страны народной демократии уверенно шли к социализму. В 1951 году члены СЭФ и Китай заявили о неизбежности тесного сотрудничества стран, которые не желают подчиняться доллару США и диктату финансовых структур Запада. Идею поддержали такие государства, как Афганистан, Иран, Индия, Индонезия, Сирия, Эфиопия, Уругвай. Интересно, что данный подход заслужил одобрение и некоторых западных стран – Швеции, Финляндии, Ирландии, Исландии и Австрии. На транспарантах молодежной демонстрации лозунги: «Из нашей крови вам не сделать долларов». «Европейская армия без нас». «Американцы, убирайтесь домой». Пришло время выработать новые принципы сотрудничества. Среди основных: исключение долларовых расчетов, возможность бартера, в том числе для погашения долгов, согласование политики в международных экономических организациях и на мировом рынке, взаимный режим максимального благоприятствования в кредитах, инвестициях и научно-техническом сотрудничестве, таможенные и ценовые льготы для развивающихся государств.
Первые послевоенные успехи стран народной демократии были показаны на промышленных выставках в Москве. Открывая выставку своей страны и выражая мнение всех членов Совета экономической взаимопомощи, заместитель председателя Совета министров Чехословакии Зденек Фирлингер сказал: «Чехословацкие трудящиеся понимают, что они не смогли бы достигнуть таких успехов без поддержки и помощи других народно-демократических государств и, прежде всего, без помощи Советского Союза». В апреле 1952 года в Москве прошло международное экономическое совещание. На нем советская делегация во главе с зампредом Совета министров СССР Дмитрием Шипиловым предложила учредить общий рынок товаров, услуг и капиталовложений. Этот общий рынок должен был быть свободен от американского доллара и создавался в противовес американской экспансии. В начале апреля в нашей стране проходило международное экономическое совещание. По приглашению советских внешнеторговых организаций в Москву съехались представители деловых кругов из 49 стран. Они обсудили возможности развития экономических отношений между странами независимо от их социальных систем. Не на словах, а на деле мы стремились пробить лед холодной войны. Общее мнение участников совещания выразил представитель Англии лорд Бойд Орр. На этом совещании мы достигли очень многого, ведь в развитии торговли в равной степени заинтересованы и Запад, и Восток. Советский Союз инициировал введение клирингового рубля. Эта единица стала применяться при расчетах между странами, участницами специальных соглашений. Наличности никакой. Вместо нее записи на счетах уполномоченных банков. Сумма записей определялась взаимными поставками товаров и оказанием услуг. Так и происходил товарооборот. В расчетах с третьими странами клиринговый рубль не применялся. Он почти полностью обслуживал государство социалистического выбора на основе двухсторонних соглашений. Просуществовал 15 лет. На заключительном этапе планировалось создать межгосударственную расчетную валюту с обязательным золотым содержанием. Это вело к завершению создания общего рынка. Пример взаимовыгодной кооперации стран социалистического содружества в области ядерной энергетики – венгерская АЭС ПАКШ. Проект разработан в СССР. Чехословакия поставила реакторные блоки, ГДР – специальные мостовые краны, Болгария – системы биологической защиты, Польша – теплообменное оборудование, Советский Союз – турбины. Разумеется, финансово-экономическая интеграция способствовала бы и политическому единению ее участников. Вокруг Советского Союза все больше объединялись бы не только социалистические, но и развивающиеся страны, освободившиеся от колониального гнета. После взятия власти нашей партии в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации капиталистического помещичьего гнета, представители братских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, присвоили ей звание ударной бригады мирового революционного и рабочего движения. Я думаю, что наша партия оправдала эти надежды, особенно в период Второй мировой войны, когда Советский Союз, разгромив немецкую, японскую и фашистскую тиранию, избавил народы Европы и Азии от угроз фашистского рабства. Конечно, очень трудно было выполнять эту почетную роль, пока ударная бригада была одна, единственная. И пока приходилось ей выполнять эту передовую роль, почти в одиночестве. Но это было. Теперь совсем другое дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились новые ударные бригады в лице народно-демократических стран, теперь нашей партии легче стало бороться. Да, и работа пошла веселее. Да здравствует мир между народами. Давай поджигателей войны. Марта 1953 года Иосифа Сталина не стало.
Москва. С чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. После смерти Сталина цены больше не снижались ни разу. В сталинской экономике действовал противозатратный механизм, которого не было нигде в мире. И способ получения дохода был единственный – по труду. Граждане СССР выступали совладельцами природных ресурсов. Вот почему за тепло и электроэнергию и платили копейки. В годы войны оптовые цены снижались даже на оружие, что в условиях рыночной экономики немыслимо. Об этом сегодня все забыли или старательно не вспоминают. В модели Сталина было несколько видов собственности, свойственных социалистической экономике. Наряду с государственной существовала собственность кооперативная. Распространялась она в первую очередь на колхозы. Земля в Советском Союзе принадлежала государству, но она закреплялась за колхозами в бесплатное и бессрочное пользование, без права передачи или сдачи в аренду. Сельхозтехника находилась в машино-тракторных станциях. Эти госпредприятия выполняли заказы коллективных хозяйств на обработку земли. А вот здания, сооружения, скот и прочее имущество являлись кооперативной собственностью членов колхоза. Кроме колхозов была еще потребкооперация, производственные артели и кустари. В городах представители этого сектора занимались ремонтом, строительством, репетиторством и прочими работами. Предпринимательством занимались миллионы людей. Было зарегистрировано около 150 тысяч артелей, 114 тысяч мастерских и мелких промышленных предприятий, 82 тысячи кооперативных предприятий общепита, 256 магазинов и почти 90 тысяч палаток. В этой системе работало около 2 миллионов человек. На принципах кооперации действовали 100 конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и 2 научно-исследовательских института. Весь этот значительный сектор функционировал согласно постановлению, принятому по инициативе Сталина. Все это уничтожил Хрущев. Товарищи, нам нужно решительно, раз и навсегда, развенчать культ личности. Сделать надлежащие выводы как в области идейно-теоретической, так и в области практической работы. Никита Хрущев, речь на 20-м съезде партии. 25 февраля 1956 год. Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено. Шарль де Голль. Военные мемуары. Хрущев ликвидировал МТС, нанес удар по колхозным рынкам, взялся за промысловую кооперацию. Досталось и приусадебным хозяйствам колхозников. А ведь они давали не менее трети продовольствия, поступавшего в торговлю. Все это неизбежно создавало дефицит продовольствия. Сталин жестоко боролся с экономическими преступлениями. При Хрущеве стал расцветать теневой бизнес, расставшийся с частью государственно-партийного аппарата. Проходимцы все меньше стали бояться наказания. Их враг умер. После смерти Сталина о многих его великих проектах постарались забыть. Ввиду нововведений Никиты Хрущева пришлось сильно девальвировать сталинский золотой рубль, уменьшить его золотое содержание. В конце 70-х годов золотое содержание советского рубля де-факто вообще ликвидировали. Тем временем власть доллара в мире стремительно набирала сил. Говоря прекрасными словами Пушкина, «Да здравствует разум, да скроется тьма». Да здравствует советско-американская дружба! Модель экономики, созданная Сталином, требовала нового человека, готового больше давать, чем брать. Человека, который ставил общественный интерес выше личного. Человека, который относился к труду не как к обузе, а как к жизненной потребности. Человека, который мог сделать труд из механического процесса творчеством. Сталин прекрасно понимал диалектику сочетания личных и общественных интересов, материальных и моральных стимулов к труду.
Сталин изначально произвел на меня впечатление своим дарованием. И мое мнение не изменилось. Его личность говорила сама за себя. Ее оценка не требовала преувеличений. За всем этим, без сомнения, стояла сила. Энтони Иден, премьер-министр Великобритании в 1955-57 годах. Некоторые западные аналитики до сих пор уверены, что Советский Союз распался в силу естественных причин. Дескать, к моменту перестройки ситуация в экономике была катастрофической. Только вот с фактами как-то не получается. Советская экономика демонстрировала устойчивое развитие по всем основным показателям: по объему капитальных вложений, по росту национального дохода, по розничному товарообороту, по динамике промышленного и сельскохозяйственного производства. Кризис рубежа 80-х-90-х вызвали не объективные причины, а сознательные действия прорвавшихся во власть лжедемократов. Удары по основным скрепам советской экономики разрушали эффективную систему народного хозяйства. Систему, основанную Лениным, выстроенную Сталиным, искаженную Хрущевым, но продолжавшую служить интересам народа. Эту систему нужно было беречь, развивать, совершенствовать. А ее стали ломать, крушить и уничтожать. И самое страшное, советские люди перестали быть теми, кто мог дружно подняться на спасение своей страны, встать грудью и защитить, хотя бы попробовать. Всю страну разворовали. Вот вы-то главное зло. Нет, это вы главное зло. Вот из-за таких, как вы, вот-вот-вот, все и разваливается. Нет, это из-за вас весь развал в доме. Да-да, из-за вас. Ведь без ваших подпорок, а? Наш дом давно рухнул бы. И все же давно сгнило. И только из-за вашего этого дурацкого героизма он и стоит. Потому что все латаете, все тащите на себе, как верблюд упрямый. Ну, посмотри, на кого ты похож. Ну, ничего же нет. Ты же больной, один нос. Ведь сдохнешь, и никто спасибо не скажет. А начальство спокойно. На черных волках ездит, на таких дураков, как ты, надеются. Вот, Петр Николаевич, так что не я виновник, а вы главное зло. Сегодня Россия испытывает исключительно острую потребность освободиться от доллара, устранить зависимость от Федеральной резервной системы США. Многие полагают, что это невозможно. Еще как возможно. И главное, есть пример. В свое время это блестяще осуществил Иосиф Сталин. 12 часов. Экономическая модель Сталина стала достоянием нашего мира. Но никто сегодня еще не заставил ее заново заработать. Главной составляющей частью этой модели были люди. Те самые, чистые и светлые, еще вчера бывшие никем, а ставшие всем. Искренне верящие, что их потомки будут жить в сильной и великой стране, жить счастливо. Как показало время, им повезло больше, чем нам. Сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Рельеф Евгения Вучетича советскому народу, знаменосцу мира слава, скрывались за фальш-стеной 55 лет. В 2015 году он готов к открытию. Каждый может прийти и посмотреть, только Сталина на нем не увидит. Его решили не восстанавливать. Для нынешней власти эпоха Сталина – приговор.
Мы уже наигрались в либеральность, толерантность, в рыночную экономику. Мы уже все понимаем, что это тупик. Наша страна пережила все. И это переживет. И будет опять сильной и великой, как и была при Сталине.